В этой шоколадке из Латвии, которая, на удивление, сделана в Эстонии, вы не найдете приторности от слова совсем. То есть это максимально горькое, что можно обнаружить. Приобреталось в городе Калининград. Упаковка картон, потом идет фольга. Цена 179 рублей за плитку в 100 грамм. Состав просто идеальный, приятный, горький, без вяжущего чувства, с ароматом какао. Явно интересный, не поднимет сахар и даже будет полезный. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ждите обзор на много интересное, необычное и любопытное. Всем пока! В этой шоколадке из...